Поэтому я надеюсь, сегодня мы будем искать в лесу какие-нибудь там очень полезные вещи. Начнем. Так, давайте пошли, пошли по лесу. А, не знаю, а? Что же там идет искать за ним? Ну-ка мы посмотрим. О, это у нас чупа-чупс и добрые. Что это добрые? Что это такое? Это сок. Сок, круто. Мы нашли сок. Идем дальше. Что же там нашел Тимурик? Что нашел Тимур? Ну-ка. Молодец. Ну-ка показывай. Давайте смотреть, что он нашел. Давай, Данил, показывай, что он нашел. Это булка хлеба. Сюда ложите сразу. Булку хлеба мы нашли. Вау, круто. Это? Что это? Ну, как его? Зубная паста? Нет. Ну, что это такое? Зубная паста. Да, зубная паста. Круто, у нас теперь есть зубная паста. Сникерс. Вау, мы нашли сникерс. Круто. Что еще там? Ласка. Ласка. И эти как. Баночку? И баночку. Оливок? Да. Круто. Оливок. Что же мы пойдем искать дальше? Что там еще нашел Тимур? Так. Колбаса. Сосиска. О, я нашел булку хлеба. Ну-ка покажи. Вау, круто, какая булка хлеба. Ну, покажу вам вещи, которые я очень хорошо умею делать. Первая вещь. Вот. Ну, до свидания, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, Тимур.